знака зодиака, которым чаще других не везет в жизни. Удача – вещь приятная и многим очень любимая. Но, увы, не всем она улыбается, а некоторых и вовсе почти не балуют своим присутствием. Астрологи назвали три знака зодиака, представителей которых не то чтобы всегда удача обходила стороной, но рассчитывать на авось им точно не стоит. Козерог. Этот земной знак знает наверняка, что отнюдь неудачи он должен быть благодарен за свои успехи в профессиональной карьере и личной жизни. Козероги живут по принципу «под лежачий камень вода не течет». Поэтому, когда они ленятся, то никогда не ждут, что на них вдруг свалится огромное счастье и плоды чужого труда засчитают им. Зато, когда козерог занят делом, он уверен, что результат будет идеальным. И да, именно так и происходит. Скорпион. Удача не приходит к скорпионам ниоткуда или просто так. Представители этого знака зодиака даже не ждут, что им кто-то чем-то поможет или все решится само собой. Скорпионы способны сами решить все свои проблемы. Более того, сделают они это с удовольствием, с чувством, с толком и с расстановкой. Хоть и поворчать не забывают параллельно. В результате все получится блестяще. А в азартных играх, да, там где нет возможности контролировать процесс, скорпионам не везет. Поэтому они в казино чаще всего даже не заглядывают. Дева. Они талантливы и упорны, хоть и мелочны иногда. К девам удача не приходит не потому, что она такая капризная и их не любит, а потому, что представителям этого знака зодиака она может спутать все планы. Поэтому и не ждут девы никакой помощи от окружающих или даже от высших сил. Эти ребята и барышни сами способны кому угодно помочь, а себе так и подавно. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Попали ли вы в эту тройку самых невезучих знаков зодиака? Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео.